Прошло 9 месяцев, а ты все тянешь с разводом. Он каждый день изменяет тебе с секретаршей. Все имеют право на ошибки. Готова, мам? Поднимай, милый! Держу. И вас зовут? Ной. Я живу в соседнем доме у дяди. То есть ты не местный? Нет. Случилось несчастье, и мне пришлось перевестись в школу поблизости. А у меня там мама преподает. Она слишком крутая для училки. Боже, вы такая красавица. Ой, простите, я зря так сказал. Ничего, мне давно не делали таких комплиментов. Ну тогда я рад, что сказал. Когда теряешь любимого человека, внутри тебя словно что-то обрывается. Мне надо идти. Пожалуйста, останься. Забудь о запретах. Правила. Есть только мы. Прости, Ной, это была минутная слабость. Я старше тебя. Не знаю, что на меня нашло. Ной, останешься на ужин? Миссис Петерсон, они знают, что случилось в выходные? Да. А что? Здесь был чудовищный шторм. Вы там не намокли? Нет, у нас даже не моросило. А еще было чертовски жарко. Директор Уоррен. Я одобрил вашу просьбу о переводе Ноя Сэнборна в этот класс. Кевин, ты отправлял письмо с моей почты? По-моему, вас хакнули. Надо сменить пароль. Смотрю, твой отец решил вернуться в семью. Вроде бы да. Не забывай, что он вас бросил. Милый, будь осторожней с Ноем, ладно? Увидимся в школе. Прошу прощения. О, боже. Что происходит? Я потеряю все. Семью, работу, жизнь. На что ты рассчитываешь? Я ни за что тебя не отпущу. Нет! Держись подальше от меня и моего сына! Не могу, Клэр. Я же твой сосед. Поклонник. Угощайся печеньем. Обожаю сладости твоей мамы.